Одинцовская система образования лучшая в областном рейтинге. Школы выпускают сотни медалистов. Педагоги занимают призовые места в конкурсах Подмосковья. Среди лучших школ Одинцовская лингвистическая гимназия, Одинцовский лицей номер 2 и 4, Перхушковская школа. За лидирующие позиции приходится бороться. Пока остаются вторая смена, нехватка мест в школах и детских садах. Основной минус это то, что не все дети смогут во второй половине дня полноценно заниматься дополнительным образованием, посещать полноценную неурочную деятельность, кружки, поэтому основная претензия у родителей в этом. Решение есть, считает глава муниципалитета, строительство новых социальных объектов. В планах на включение, подчеркну, включение в государственную программу до 2023 года у нас и детский сад на 400 мест в Трехгорке, и школа на 550 мест в Немчиновке, и школа на 550 мест в поселке Горки-2, пристройка к Киршовской школе на 500 мест, пристройка к Дубковской школе, о которой мы сегодня много говорили, на 950 мест. Вы все знаете, что мы смогли договориться с Росимуществом и забрали земельный участок, на котором еще недавно находился теннисный корт. И теперь это одна единая большая территория. Все эти планы мы обсуждаем с нашим региональным министерством образования. Но и на этом этапе в округе сделано немало. Открыли новую муниципальную школу на 1350 мест в Трехгорке. В 2019 году построен детский сад на 400 мест с бассейном в поселке Горки-10. Два детских сада в микрорайоне Одинцово-1. Еще одно дошкольное учреждение на 105 мест появилось в жилом квартале «Спутник». В 2022 году должен появиться детский сад в Кубинке на 330 мест. Детский сад в Новоивановском на 300 мест, а также пристройка к школе в Новоивановском на 950 мест и пристройка к нашей 14-й гимназии в Одинцово на 550 мест. В Гусарской Балладе появится большая четырехэтажная школа на 2200 мест и детский сад на 400. И этот отчасти уникальный объект, можно назвать его образовательным кластером, мы начнем строить уже в ноябре этого года. Школа в Гусарской Балладе распахнет свои двери уже 1 сентября 2022 года, а в этом проведут ремонт здания старой начальной школы в лесном городке под детский сад. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».